Привет, YouTube! Наконец-то получил нож Кукри Викинг Нордвей от компании Викинг Кнайф. Ну, посмотрим, что он собой представляет. Такая черная упаковочка. Симпатичная. Симпатичный стилистический рисуночек на ней. Так, начинаем с ножен. Ножны выполнены из синтетического материала, достаточно плотного такого, рюкзаковый такой. Значит, прострочены они по периметру тесьмой, проклепаны здесь. Так, имеет место быть на кнопочке защелочка. Так, липучечка вот такая вот, вот под ручку. Так, ну и ремень, значит, ремень крепления к поясу, который представляет собой вот такую лепню, самое верхнее крепление. Значит, вот здесь вот, вот масса у него кармашиков есть таких. Карабин вот такой встроен. Петля. И тут еще масса всевозможных кармашиков, видимо, под веревочки, которыми можно там его развязывать к спине, к животу, там, к плечу, куда угодно. Так, сам нож. Как утверждают они, значит, он кованный. Соответственно, вот такой черненый металл. Толщина, значит, порядка 6, наверное, миллиметров. Спуск достаточно тонкий. Сомневаюсь сильно, что, значит, им можно будет рубить именно деревья. Ну, то есть, как бы, кромка достаточно мягкая, по всей видимости, должна быть из-за толщины ее. В общем, заточен он, конечно, как нож. Не совсем как топор. Но он, в общем-то, и позиционируется как мачете. Так, вот здесь у него, значит, Викинг Норвей есть. Маркировочка, ручка. Значит, какой-то стабилизированная какая-то древесина. Какая, не знаю, похоже на бук, конечно, но сейчас могут сделать, наверное, все, что угодно. Заклепки выполнены, ну, не очень качественно. То есть вот здесь тут есть заусенцы. Нужно, конечно, дорабатывать еще напильничком. Значит, подтемляк. Боночка, трубочка подтемляк. Тоже острые краешки достаточно. Надо будет обработать. Ну, вот такое изделие китайской фирмы Викинг. Попробуем протестировать и посмотреть, что он на самом деле собой представляет. Так, в ножны входит. Ага. Так, вот первый косяк. В ножны входит, обрезает защелку вот эту. Видимо, ее уже вставляли здесь, уже замахренная даже. Так, ну а так он достаточно здесь качественно крепится. То есть его выпадение маловероятно. Ну вот такое изделие. Спасибо.